Вот все говорят паническая атака. Паническая атака. Ну, многие знают, что такое паническая атака. Многие испытывают эту паническую атаку. И, как говорится, в это время им не позавидуешь. Но что самое плохое в реакции на паническую атаку? От чего происходит паническая атака? Это некоторые симптомы, которые проявляются у вас в связи с выбросом определенных гормонов. Вот такое гормональное опьянение. Причины этого гормонального опьянения бывают различные. Иногда у практически здорового или как бы человека, не подверженного невротизму, бывает паническая атака, выбросились гормоны. Гормон адреналин, норадреналин и так далее, что-то съел он. И вот происходит такое опьянение этими гормонами. И происходит усиленное сердцебиение, давление, потеют, ну и так далее. Я не буду описывать все симптомы, вы о них осведомлены не хуже меня. Но мы говорим о том, что вот симптомы панической атаки, они имеют вот в это состояние, состояние такое, что как бы нестояние, вы уже теряете равновесие, вы думаете, что с ума сойдете, вы думаете, что сейчас упадете, будете биться в конвульсиях. Прежде вы должны понять, что от этих симптомов есть способ их микшировать, уменьшить. Мы не будем говорить сейчас в этом ролике о том, почему они возникают. Это другие ролики, консультации со мной. Мы будем сейчас говорить только о том, как бы вот убрать вот этот дискомфорт, дискомфорт панической атаки. И вот этот небольшой ролик, он просто посвящен тому, как снимать симптомы панической атаки. Не причины, вызывающие паническую атаку, это отдельная история. А вот она возникла, до вполне нормального человека. И не пугайтесь, а эту паническую атаку можно снять. И этот ролик недорогой, он всего стоит 500 рублей, и вы можете его приобрести. Поэтому мы боремся не с условиями возникновения панической атаки, а микшируем их симптомы. Ну, представляете, если вас не будет так сильно захватывать паническая атака, если вы не будете на нее внимательно смотреть, она, когда ее подбрасывает огонек внимания, огонек наслаждения этими симптомами, да, в кавычках, и наслаждение, вы наслаждаетесь этим опьянением, оно как циклическая реакция, все усиливается, усиливается. Поэтому в этом ролике и показаны несколько способов, которые помогают микшировать паническую атаку. Вы прежде всего вы должны понимать, что вот эта паническая атака – это выброс гормонов и проявление некоторой симптоматики в вашем теле. Чего смертельного нет? Вот смотрите этот ролик и проделывайте те задания, которые я вам скажу.